Экология и защита окружающей среды среди приоритетов социально ответственного бизнеса, заявил народный депутат Вадим Новинский в Мариуполе. Как пример, компания «Метинвест», которая обеспокоена чистотой окружающей среды всюду, где работают ее предприятия. Так, до 2021 года на Мариупольском медкомбинате имени Ильича завершат реконструкцию аглофабрики. А на Завстале построят новые системы газа и пылеочистки в конвертерном и доменном цехах. Только в Мариуполе в ближайшие 4 года в экологические проекты планируют инвестировать 300 миллионов долларов. Мы видим, сколько сделано в Мариуполе в этом направлении. И мы будем продолжать это делать, для того, чтобы сделать города Кривой Рог, Запорожье, Мариуполь экологически чистыми городами. Это будет программа не на один год. За мановение волшебной палочки мы ничего не сделаем. Это долгая программа, нужно запастись терпением, но мы точно знаем, что мы это сделаем.